Всем доброе утро, снимаем новый влог. Сегодня у нас пятница, да, Гоша? Сегодня у деток у наших короткие уроки, день учителя. Завтра не учатся в субботу, они так рады. Гош кушает. Че, Гошенька, кушаешь? Рассказывай. Угадайся. Ну, говори. Ну, сами угадайте. Ну, не знаю даже. Вы чё, кашку? Кашку с бананом он любит. Мультики решил посмотреть сегодня. Сегодня в комнате, не на кухне. Говорит, давай здесь буду кушать. Ну ладно, приятного аппетита. И вам приятного аппетита. Тут Иван кушает, яички пожарил себе. Вот. Погодка сегодня чудесная, хорошая. Замечательное солнышко. Вот. В общем, на выходных обещают вот такую хорошую погодку. Конечно, уже не жарко, но тем не менее солнышко светит. Еще можно порадоваться осени теплой. Вот. Сегодня хочу постряпать хлеб и дрожжи достала и булочки, наверное, с изюмом сделаю. Вот, детки просили. А тут Гоша кашу с бананом делала, оставила бананчик. Сейчас какую-нибудь масочку себе сделаю на лицо. Покажу вам, что-нибудь придумаю, в общем. Все, ребятки, сделала я масочку. Маска хорошая, увлажняет так лицо. В общем, можно делать. Вот. Какие дела я сейчас буду делать, значит. Завела я уже тесто на хлеб. Видите, оно уже поднимается как. Здесь у меня тесто на булочки. Вот. Я его попозже завела, чтобы мне хлеб успеть постряпать и тесто на булочки не перекисло, да? Вот. Буду булочки сегодня делать. Сейчас все, завтра день учителя. Сегодня уже говорила, что короткий день, да? Иван ушел к 11 в школу. Маша уже позвонила и, значит, едет, да, со школы. Маша разогреваю покушать. Ну, что-то муха тут еще какая-то. Вот, видите. А вот здесь у меня водичка закипает. Буду плов делать. Пакетики буду отваривать. А вот риса. И потом буду поджарку делать и рис перемешивать. В общем, покажу потом. А вот сейчас помешаю лапшичку. Сейчас все пообедаем. Лапшичка с курочкой. Вот. Так, постиралась у меня машинка. Пойду сейчас белье повешаю. Пол подотру. А вот что еще. Хочу в ванне прибраться. Там у меня, знаете, один... Взял, поставил не так. Другой взял шампунь, не так поставил. В общем, пойду там приберусь, я все помою. Вот такие дела пока на сегодня у нас. Ну, а потом, конечно, буду гулять с Гошей. Ладно, увидимся чуть попозже. Ой, друзья, все переделала. В общем, настряпала булок, сварила плов. Гоше морковку натерла, он сидит, ест. Вкусная? Чего? Мультики? Угу. Ага. Вкусная морковка? Угадайте, что я смотрю? Что ты смотришь? А? Суперчетверку. А, суперчетверку, ну ясно. Гошан мячи пораскидал. Ой, все валяется.
Не успеешь убраться, уже все. Опять, смотрите, у нас это крутится. Штучка такая вон. В общем, вот так. Ой, еще там постирала. Повешала на балконе. Вот. Так что в комнате прибралась. Ну, уже опять он, Гоша, поруководствовал тут своими игрушками. И все опять наложил. Вот. Ну, видите, поразложил опять. Вот так. Такие дела. Сейчас покажу булки, какие настряпала. В общем, настряпала вот таких булок я. Детки уже налопались булок моих. Ну. Иван уже со школы пришел, покушал. На улицу убежал. Вот. Здесь плов сварила. Вот такой. Много не стала варить. Сильно они плов у меня не любят. Так что на вечер покушать. Сегодня булки, так они сейчас будут эти булочки лопать. Лопать. О, выражение у мамы, да? Ладно, ничего. Последние еще помидорки нам с огорода привозили. В общем, что, Маш? Что такое? А? Ну, я все упала. У тебя все упало? Ты убиралась, и у тебя все упало? Да. Ой, ну надо. Ну, прям в это в альбом положь. Вот так. Такая история. Ой, пока весь день, знаете, натопчешься. И уже вообще сейчас себя в порядок приведу и на улицу надо идти с Гошей гулять. В общем, весь день напролет. Вот так. Такие дела. Тебе уроки не надо делать? Это готовится контрольный. Контрольный? По математике, да? Нет. А по... Как он называется? История. А, история, ну понятно. В общем, детки на выходные пошли, все уже. Мы в субботу не учимся, потому что будет день учителя. Кто работает учителем, всех с праздником будущим. Да, завтра. Сегодня все, конечно, поздравляют. Завтра, хотя бы. Да, сегодня какое-то это. Вот брали что-то такое цветное, и вот так сыпали учителя в морду. Выражение, Машка. Да не, ну реально. Там она же вот так вот отряхивала. Ну, ясно. Вот. Ну ладно. Сейчас будем собираться. Сейчас передохну маленечко и пойдем гулять на улицу. На улице. То сегодня то тучи, то солнце так. Ну, вроде бы дождя нету. Так что гулять надо, дышать свежим воздухом надо. Ладно, мои хорошие, буду заканчивать свой влог. Увидимся завтра. До новых встреч. Кому понравилось мое видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.